В Акмолинской области засеяно 4,5 миллиона гектаров зерновых культур. На 40 тысячах гектарах посевы не взросли, а 380 тысяч гектаров зерновых не созрели. В Зелендинском районе ранее собирали 30 центнеров с гектара. В этом году урожайность не превысит 5-7 центнеров. Мы наблюдаем, что в принципе кущение практически идентичное, то есть один, ну кое-где два. Во-первых, это. Во-вторых, вы видите, что вот есть не те, получается, колосья, которые недополучили. К тому же в этом году сайгаки затоптали 100 тысяч гектаров пшеницы. В этом году из-за малого количества осадков не все поля у нас однородные. Например, даже вот данное поле, здесь посеяна у нас пшеница, сорт Тобольская. Сроки посева мы сеяли примерно это 1-2 мая. Аграрии области через неделю начнут уборочную кампанию. В этом году пшеница отличается высокой клейковиной, однако продуктивность будет более низкой, чем в прошлые годы. Мы ждем еще дождя. От этого зависит качество урожая. Но в этом году мы рассчитываем собрать в среднем около 7-8 центнеров с гектара. Планируем получить от 3 до 3,5 миллионов тонн зерна. В предыдущие годы с полей в амбары поступало не менее 5 миллионов тонн зерна. Александра Гауэрт, Ермек Ельберген, Кокши-Акпарат.